Здравствуйте, мои дорогие друзья. Вот мы сейчас гуляем по Приморскому бульвару в Одессе. Вот тут у нас Дума городская или горсовет еще по-другому. И вот видим, как они заботятся о городе. Фонари не работают прямо в центре города. И тут не работает фонарь. И вот тут не работает фонарь. Вот видите, вот тут. А да. Тут тоже. И там тоже не работает. Еще и там не работает. И там тоже не работает. Идем дальше. Смотрим. Центр города. Лицо города Одессы. Да, конечно, чем отмечен зарплату. Тут стройка ведется уже лет 5. Накрыли. Идем опять смотрим. Центр города. Это не экономия, это издевательство над туристами. Посмотрите. Из 3 фонарей работает только один. Вот тут. Это памятник масону Пушкину. Вот тут сейчас я покажу. Почему масону? Потому что, вот смотрите, видите, вот там звезда. Вот. Еще дальше идем, смотрим. Прямо центр города Одессы. Фонари не работают. Означает о том, что мэру вообще наплевать, что творится в городе. Вот, из всех фонарей работают, смотрите, вот. Самый центр города Одессы. Вот ребята сейчас что-то будут танцевать, что-то светятся. Вот, смотрите. Сколько работает, видите? Раз и два. Эти не работают. Это центр города Одессы, напоминаю. Если мэру наплевать, то как люди будут не плевать и на пляже, и везде? Вот тут тоже видим, да? Вот. Не работают фонари. Тут тоже не работает фонарь. Да. И тут тоже не работает. Чуть не звездануло у меня скейтов. Видите, вот так. И потом люди приезжают в Одессу и спрашивают, а что у вас можно посмотреть? А пройдитесь просто по городу, пофотографируйтесь. И что, на этом все, да? Ну, кто хочет, может в Аркадию пойти. А другие, что им делать? Вот еще. Видите? Один работает, два нет. Вот так, теперь думайте и делайте выводы. Нужен ли нам закон 5.10? Отмена всех налогов. Потому что налогоплательщики платят, а власть только ворует. Спасибо, мои дорогие друзья. Будьте со мной всегда. Подписывайтесь на мой канал. И живите весело.